Челябинске построят новую поликлинику для онкобольных. Здание возведут на территории медгородка областной больницы. Сегодня в основании поликлиники заложили капсулу с посланием потомкам. Его подписал губернатор. Закладкой капсулы мы даем старт строительству этого долгожданного объекта. То, что давно настало время, если начать это строительство, всем нам понятно. Он внимательно там изучал статистику, и мне признаться было непонятно, и даже где-то стыдно, что мы решили, как мы можем это решение принять. Металлическую капсулу с посланием закладывают на глубину метра. Достанут его ровно через 50 лет. А сейчас начнут строить новое здание онкологической поликлиники. Старому почти 70 лет, и оно не справляется с наплывом пациентов. Сейчас в области на учете состоит почти 87 тысяч онкологических больных. По площади новая поликлиника будет в два раза больше старого здания. А с хирургическим корпусом ее соединят теплым переходом. Отделение оснастят современными маммографами, аппаратами УЗИ и рентген-установками. Принимать смогут до 500 пациентов в день. Открыть поликлинику планируют в конце 2017 года.